Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Приехали в отель Flower Residence. Очень красивый. Колоритный такой. Расположение просто супер шикарное у него. Он прямо-прямо в центре Саранды, но он на второй береговой линии. Сейчас я вам попытаюсь показать. Значит, здесь захватить кусочек чего-нибудь. Он расположен достаточно на оживленной дороге. Вот смотрите, здесь кусочек моря, то есть нам нужно будет по улочкам, то есть вот где-то в дворецке между магазином, там должен быть спуск к пляжу. Через дорогу 500 метров будете проходить, чтобы попасть на пляж. Значит, пляж городской, своей зоны на пляже нет. То есть, понимаешь, в зоне скинджики и шезлонги будет дополнительная оплата. Здесь есть апартаменты-студия. Можно на 1+1, можно на 2+1. Очень большие, до 60 квадратов. Важный момент. Здесь есть кухонька, и поэтому питание не предоставляется. И в этом отеле карты виза принимаются к оплате. Смотрите, мы зашли внутрь. Ребят, номер отеля Flower Residence. Кондиционер, ну, к сожалению, здесь закрыты жалюзи, мы их не можем открыть. Шкаф. Что на шкафу? Дополнительное одеяло, дополнительные подушки. У них везде дополнительные подушки, кто любит мягче. Это столик и стулья с балкона. Смотрите, какая кухонька. Чистая, обновленная. Здесь все есть. Мешает, к сожалению, я вам покажу. Ложки, вилки. Так, сейчас найдем посуду. Она должна быть тут. Смотрите, вся посуда. То есть очень достойно готовить. Кстати, здесь и доп. Вон раскладушка есть. Сейчас я вам покажу ванну. Сушилка. Бойлер. И душ со стеклянной шторкой. Очень хорошо, достойно, чистенько. Даже вылизано, я бы сказала. Посмотрите, какие лестницы. Масштабно, то есть красиво все оформлено. И про кухню что хотела еще сказать. Пока перехожу в трехкомнатные апартаменты, точнее двухкомнатные. Здесь нету света, то нас пустили в чей-то номер, но получается две спальни, зона гостиной и кухонька. Кстати, вот, это утюг, наверное, людей. По поводу питания. Абсолютно не стоит заморачиваться, потому что здесь очень бюджетные продукты, дешевые. К примеру, там, например, креветки или мидии стоят в магазине 5 евро за килограмм, свежие, хорошие, не перемороженные. Поэтому тут можно готовить самому и прекрасно чувствовать. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!